Ну не все, смотрите. Все. Допустим, тот же Стас Михайлов и Ваенга, они поднялись как бы снизу. То есть они сперва стали очень популярны среди слушателей, а уже только после этого появились на телевидении. В отличие, допустим, от там Димы Билана и прочих, которые с экранов пришли к слушателям. Поэтому... Вот, по поводу этих двух имен первых, которые вы сказали. Ваенга и Михайлов, да. Я не буду говорить, потому что для меня это было и останется самодеятельность навсегда. Которые, это просто какие-то хвосты 60-х, 70-х годов. Это просто отстой в плане музыки, в плане фантазии музыкальной, стихотворной и так далее. Ну, все это настолько уже какой-то вообще, это какой-то пласт. Просто люди сегодня, они забыли про то, что были замечательные песни того времени. Колмановского, Островского, Фраткина, не знаю, ну, я имена могу бесконечно, кстати, вот сейчас мы имен даже не можем назвать тех людей, которые это пишут. Сочинители, к сожалению, вы имеете в виду. И я говорю моим сверстникам, я знаю, что есть талантливые ребята, очень. Я говорю, слушайте, я счастливейший человек по отношению, потому что если бы я родился в это время вместе с вами, я был бы такой же неизвестный, как и вы. Нету никакой поддержки. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».